слишком близко. Мы затерялись в перипетиях мыслей. Каждое слово словно хладнокровный выстрел. Герои грустного романа, видно мысли. Все это слишком сложно и больно очень. Эти безумные дни и бессонные ночи, где каждый хочет из нас стать чуточку ближе. Но мы на разных полюсах и друг друга не слышим. И я так не могу, хоть и дико стараюсь держаться на плаву, не проявить свою слабость. Но все идет ко дну, мы словно в центре воронки. И все попытки удержаться не приносят толку. Но есть надежда, и я ее не оставляю. Нужно стоять до конца, и я не отступаю. И обещаю, клянусь тебе, что не сдамся. И буду землю грызть на пути к нашему счастью. Время отбросить все сомнения. Сейчас истины настал момент принять решение о том, как дальше жить нам. И знаешь, я без сожаления жизнь тебе отдам. Взамен прошу, останься верной. Будь моим ангелом. На карте наших судеб нет ровных дорог. Одна всегда ведет назад, а другая вперед. Каков будет итог, это пока неизвестно. Но нам нужно решить, идем мы врозь или вместе. И даже если против нас ополчится весь мир, я встану твердо и скажу себе бейся. Поверь, так даже интересней жизнь или крейзи. Но знай, я не стану давить на тебя. Ты должна решить сама, это твоя судьба. Что до меня, то поверь, это не игра. Я искренен с тобою от начала до конца. И если не веришь словам, тогда смотри в глаза. Они ведь не обмануты, это знаешь сама. Я предлагаю начать с чистого листа. Наша love story, вторая глава. Время отбросить все сомнения. Сейчас истины настал момент принять решение о том, как дальше жить нам. И знаешь, я без сожаления жизнь тебе отдам. Взамен прошу, останься верной. Будь моим ангелом. Настал момент принять решение о том, как дальше жить нам. И знаешь, я без сожаления всю жизнь бы тебе отдал. Взамен прошу, останься верной. Будь моим ангелом. Время отбросить все сомнения. Сейчас истины настал момент принять решение о том, как дальше жить нам. И знаешь, я без сожаления жизнь.